Первое. Надо работать. Работать, черт побери, надо. Я постоянно работаю. Я могу давно сесть где-то на песке золотом, в хорошем месте, и ничего не делать. Но это невозможно. Я работаю как собака, постоянно. Второе. Нужно быть, ну, немножко талантливым, наверное. Во всяком случае, способным. Третье. Надо быть целеустремленным. Четвертое. Надо очень хорошо понимать, чего ты хочешь изначально. Наш выдающийся поэт Юрий Рыбчинский, поэт-песенник, когда к нему приходят новые будущие звезды, он им задает вопрос: какое у вас амплуа? В каком амплуа работаешь? Чего ты хочешь? И пятое, я бы сказал, нужно быть, как ни странно, порядочным человеком. Может, это не пятое, может, это первое. Нужно иметь в голове твердые понятия и жить по понятиям. Понятия не в стиле 90-х, я имею в виду, а понятия общечеловеческие. Если ты будешь понятийно правильный человек, у тебя все получится. И я в этом абсолютно уверен.